Привет, мои дорогие! Сейчас у нас будет примерка и распаковка новых вещей. Я уже распаковала и такая думаю, ой, надо же было снять. Смотрите, помните, вот это поло я показывала вам в магазине, в каком мы были с вами магазине? Мы были с вами в магазине Z, и мне понравилось вот это поло. Оно такое, знаете, немножко в стиле ретро, немножко в стиле Versace, не знаю, там, 90-х, 80-х, потому что вот эти пуговки, они такие, ну, немножко ретро. Так, это что за царапины? А, это не царапины, это эти... Это пленочка, да? Так, ну что, давайте мерить, да? Я это планировала с белой джинсовой юбкой померить. Длинный. Юбка уже пришла. Вот, но вы, наверное, видео еще ее не видели. Я только в Инстаграме ее показывала. Так, это у нас бренд Morgan. Поло от бренда Morgan. Английский бренд. Я взяла L-ку, потому что Morgan очень маленькие размеры. И я все-таки хотела, чтобы она такая была не сильно в обтяжку. Вот. Как думаете? Классная штука. Стоила она, насколько я помню, евро. Хотя здесь написано 39. Может, я что-то путаю. Вот скидки не было. Не дождалась я скидки на нее. Прям вот хотелось нетерпеж носить что-то такое модное и розовое. Вот такая покупочка. Это Duster Kit. Duster Kit. Короче, забудьте про всякие тряпочки, которые нужно мыть, стирать, сушить. Они мокрые, там подванивать начинают. Вот. Прошлись вот такой махалкой, и все, и чисто. Она какое-то время работает, потом перестает. Но зато, пока она работает, у вас вообще пыли не будет. А потом выкинули ее, и все, и купили новую. Вот такая вот штука. Вот на такой вот палочке. Сейчас будем мерить и порядок наводить заодно, да? Ой, блин. Вообще, вот эта Swiffer фирма очень классная. У меня всякие гаджеты, ну, всякие для уборки от этого бренда есть. Я с вами подушимся и поедем в салон красоты. Надоели мне вот эти вот сухие пакли. Вот они. Вот столько я сегодня уберу, состригу, сделаю каре, немножко обновлю, освежу челочку. В принципе, меня волосы не напрягают, но когда я вижу на видео свои волосы, особенно в прямых эфирах, когда знаете, вот чуть-чуть поправил, чуть-чуть как-то волосы не так лежат, 2-3 часа эфира, и волосы, конечно, не держат укладку, и я вижу эти пакли, вот тут волосы здоровые, а тут начинается плюс седина. Поэтому едем краситься с вами, едем постригемся. Смотрите, вот они даже не прочесываются, они потом вот так вот... Ну что это? Ну это неухоженно, некрасиво, не солидно, вообще ужас. У нас эти дни была дикая жара, а сегодня более-менее дождик, как-то освежилось. Но все равно я поеду в шортах. Это мои новые бермуды. Вы их, наверное, еще не видели, потому что я их ношу только неделю. Новое поло. Это поло мы с вами видели в магазине. Я еще обратила на него внимание. Показала его. Вот, очень симпатичное. К сожалению, не дождалась скидок. Купила новую белую юбку джинсовую. Вы тоже ее еще не видели. Это поло и эти шорты, эти бермуды. Ну, бермуды от Кос. Вы их видели. Вот, и еще хочу такую, знаете, сатиновую. Сейчас еще надо замазать этим. Кремом мои усы и поедем в салон красоты. Так, ну что, я поехала в салон красоты красить волосы, стричься и так далее. Вот такую куртку одену, потому что на улице вроде тепло, но уже не жарко. Жара у нас спала. У нас было несколько дней жары, и я вчера даже ходила, смотрела кондиционер. Нашла по нормальной цене, но не знаю, сколько будет стоить установка, поэтому пока не это, ну, не планирую, знаете, если будет достаточно приятная установка, тогда еще кондиционер установлю, потому что это была жара, я все закрывала, обдув включала и просто, ну, дома было жарко, на улице было еще как-то более-менее ветерочек. Так, мы забыли с вами подушиться, какой-то вкусный, хотя что душиться, я на велосипеде поеду. Ладно, все равно подушусь. Так, мои ряды тут немножко проредели, но я кое-что тут... распродала. Ладно, давайте надушимся ягодой малинкой. Это Хаяти. Вот. Ну, еще все равно много всего надо продавать. Вон у меня коробка. Жорик охраняет. Вот коробка.
И вот это все еще надо продать, еще всего много. Хочу устроить эту распродажу дальше, где-нибудь в субботу, наверное, потому что, ну, надо освобождать место. Выкидывать, раздавать, продавать, в общем, как-то избавлять. Так, ну что, еду в Магадан. Шучу. Еду в салон красоты на велике. Ха-ха. Ветер, как назло, сильный ветер. Ну хорошо, хоть дождя нет. Если был дождь, я вообще бы не поехала. Так, против ветра хорошая кардионагрузка для ног. Ой, почти доехала, немножко опаздываю. Настроение огонь, огнище. Ветер сильный. Еле еду. Еду в Магадан. На-на-на-на-на. Ну что, велик — это хорошо. Это здоровье. Да? Так. Ну что, девочки, сейчас меня покрасит вот это все безобразие. Это все безобразие мне покрасит. И я думаю, вот такое отмахнуть каре. Пусть растут. Пусть растут и челочку. Вот такую, знаете, наискосок. Мой любимый салончик. Здесь хорошо красят и хорошо укладывают. Стричься я здесь стриглась один раз. Конечно, мой курт. Нет, не курт. Как же его зовут? Курт. Юрген, вот. Он стрижет как боженька. Ну там цены, как у коня у него. И запись, и вообще фиг еще к нему попадешь. Посадит какой-нибудь студент. Я заплатишь, как будто у него стриглась. Я такие номера уже проходила. Так что будь что будет. Хотя сейчас ретроград на Меркурии, наверное, лучше не стричься. Ну все, ладно. Забыли, проехали. Так, ну что, меня покрасили. Немножко, видите, протянули, чтобы был такой плавный переход. Сейчас я посижу полчасика. Меня смоют, нанесут несколько там уходов. Ну, чтобы волосы мягкие были, блестящие после покраски. И все-таки, блин, я вся в краске, вся испачкалась. Все лицо, блин, все, хотя тут какой-то наносили этот крем. Ну, вся в краске, блин, все руки, все. Не, знаете, что бесит в этом салоне? Что всегда красят эти девочки, студентки. И по-разному, каждый раз получается. Вся рука в краске. Короче, чего? Будет классно. Я надеюсь. Это за спорт. Это вечеровен спорт. Ну как вам? Я что-то думала, немножко подлиннее будет, если честно. Слишком коротко. Заплатила я 115 евро. Укладка, стрижка, покраска, уход обязательно. Масочка, с масочкой я там сидела минут, наверное, 15, снимала влог. Смотрите, как блестят волосы. Класс! Новая Аня. Мне кажется, даже немножко помолодела. Как вам? Пишите. Плохо не пишите мне. Не надо меня расстраивать. Я не люблю расстройство. Цвет хороший. Это пятерка и шестерка смешивается. Как-то так. А я довольная. Смотрите, как блестят волосы всегда после ухода, после окраски. Они насыщенные краской. Это четвертый. Нет, это... Шестой и пятый смешиваются, два оттенка и красится. Я уже несколько месяцев подряд крашусь этой краской. Он не темный, не черный, ну и не вот этот вот бледный. Велочкой. Велочкой меня закрашивают, эту мою седину. Ну, вы видели. В общем, все.
Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Очень люблю эту улицу. По-моему, называется Принсенлан. И вот здесь вот у нас старый, древний, старинный теннис-клуб. Теннисные корты. Небольшой, небольшой такой теннис-клуб здесь. Очень симпатичный. И вот здесь вот очень классные домики. Сейчас немножко, наверное, не видно их, потому что против солнца снимаю. Здесь вот такой теннисный клуб. Там дальше госпиталь. И это практически центр города. Ну, такой, знаете, тихий, спокойный, классный центр города. Народ теннис играет. Так, привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Сейчас чистила диванчик, отмывала, потому что собака, все дела, понимаете, шерсть. Всякий песок, все, что-то она таскает, таскает эта собака. Конечно, надо было брать кожаный, но я не пожалела, что взяла такой вот мягенький, бархатный, потому что, конечно, кожа, не люблю. Итак, смотрите, мне пришла вот такая вот подушка. Подушка-пердушка. Сейчас я ее открою. Она еще запечатанная. Вот она с одной стороны такая, с другой стороны другая. Жорик, ты что завалился на подушке? Сейчас все это хочу перестирать. И вот этот вот зеленый плед, и вот эти все подушки тоже все пачкается. Ты все пачкаешь. Вот эти единственные подушечки, они не стираются. Хотя, видите, тоже пачкаются. Надо как-то их застирать, потому что я их очень люблю. Мне нравится очень цвет этот красивый такой, видите? Красивый фисташковый. Он подходит под диван. И вообще они такие маленькие, миленькие. Это мне Никуся подарила. Так, короче, подушка. Подушка-пердушка. Сейчас я ее открою. Вот такое вот постельное белье я себе заказала. Не знаю, правильно я ли выбрала размер. По-моему, правильно. Вот такое вот оно оливковое. Видите, с одной стороны оливковое, с другой стороны вот такой красивый цвет. Мне очень нравится. Это сатин. Такой мягенький. Нет, это микрофибра. А я думала, что это сатин. Короче, две наволочки и пододеяльник. Какой приятный. Короче, класс. Очень мягенький. Видите, с одной стороны вот как-то так, а с другой стороны цветастый. Мне иногда нравится цветастая. Так, что у меня еще новенького? Леночка подарила нам с Николь вот такие красивые персонники. Вот такие вот салфеточки, знаете, да, вот, ну, под тарелочку ставить. Вот, 4 штучки. Они такие в стиле Ralph Lauren Home. Очень классный текстиль в Греции. Очень хорошее качество. Мне очень понравилось. В общем, вот такие вот 4 салфеточки для дома. Потому что у меня серые стены. И под серые стены очень красиво они будут подходить. Вот сюда ставится тарелочка. В общем, короче, такие вот приятные летние. Так, Леночка купила Николь классный венецианский. Сейчас поставлю фотку, если найду. Венецианский очень красивый фартук, где она была написана прям вот такая, знаете, кастомизация. Николь, что-то там, Kitchen Princess. Принцесса кухни, короче. И забыла, представляете? Ну и как бы Николь ждала этот фартук, потому что она действительно принцесса на кухне. И, в общем, мы на Родосе выбрали такой. А в следующий раз я увижу Лену и заберу тот венецианский. Так что это Николь подарок. Такие вот полотенчики очень приятного качества. Такие, знаете, они прям вот, ну, свеженькие полотенца всегда хорошо. Взяли вот такое оливковое и белое. Вот. И вот такое вот прекрасное греческое одеялко. Его можно брать с собой на пляж, не знаю, валяться на террасе с ним. Можно вот здесь вот летом на диван кинуть. Ну, это такое пляжное, пляжное полотенце. Интересно, что тут за состав. Непонятно. Короче, видите, можно и на кровати, на софу, и как парео носить, и на стол, и как полотенце использовать, и на пляж. Вот такой прекрасный подарок из Греции. В общем, вот такой у меня новый текстиль. Прекрасный новый текстиль. Ну что, давайте вскроем подушку. Мне кажется, подушка прекрасно подошла к этому дивану. Такая цветастая, летняя. Единственное, что, может быть, надо было две заказать. А это я заказывала на ланч... Zalando Lounge, и там у них вот эти акции, они у них там вот, ну, временные. То есть это хорошие брендовые вещи, но они там у них там неделю, например, на них есть какая-то скидочка. Девочки, какое нежное белье, вы не представляете. Сейчас вскрою подушку.